Сеня пока не находится в глубоком шоке от снега. Возможно, за 6 лет он наконец-то привык к зиме. Пойдем? Я его даже оттуда вытащить не могу, он там что-то нашел, ему прям там очень что-то нравится. Пойдем. Ну, а потом снега еще немного, понимаешь, что купать его еще не будут. У нас же каждый год купание Сени в снегу, в сугробах. Вот. Что нам пальто не надо, мы закаленные. Тра-та-та, красота. Он уже, кстати, снег сходит. Нет, так что я думаю, еще вполне вероятное потепление будет. Но зима уже. Пойдем. Уже. Такая, пустите меня наконец-то, да?